Стали известны результаты экспертизы двух старинных картин, изъятых таможенниками летом в поезде Киев-Санкт-Петербург. Сверток обнаружили в ходе таможенного осмотра в республиканском пункте таможенного оформления Терюха. Припрятанный от посторонних глаз пакет находился в служебном купе проводника, однако принадлежность товара так и не была установлена. Зато лабораторная экспертиза подтвердила особую ценность двух написанных маслом картин и установила авторство произведений искусства. Одна из них – подлинник кисти Алексея Саврасова, другую написал Виктор Зарубин. Они подлежат декларированию. В данном случае они не были предъявлены к таможенному оформлению. Более того, они были сокрыты. Одна картина Алексея Саврасова «Пейзаж» 1872 года и вторая картина Виктора Зарубина 1924 года. Предварительная стоимость работы Саврасова около 40 тысяч долларов, работы Зарубина около 3 тысяч долларов.